У нас ее продолжаются наши заявочки на Seven Lat Show, 4-й эпизод. Погнали! Менің арманым бар, төзімділік қажет еткізеді. Бұл менің жолым, менің таңдауым. Seven Lat Show. Seven Lat Show. Так, кто там приехал у нас? Кайл. Кайл приехал. Ничего себе у него там. Деньги, алтынсиге! Разные шнурочки. Шестой уже? Да. Аманда спасибо? Умирал, брат, не знаешь. Извини, не заметил. Ты че, алтыншел, аманда спасибо? Так выгорает. Вообще, пожалуйста, кому. Басы нормально. Голова работает? Бәріне сәлем, мен Кайл. Мен Алматы қаласынан болам. Привет, Кайл. Я являюсь школьником 11 класса. Я приехал в Астану с целью дебютировать. С детства я очень активно слушал музыку, можно сказать, даже привязан к ней. И сейчас я хочу уже полностью связать свою жизнь конкретно с музыкой. Очень часто играл в футбол. У меня даже на самом деле была мысль стать футболистом. Ну, вообще, я более подвижный человек. Играл в теннис, большой теннис. С приходом в Line Pride у меня появилась новая мечта, новая цель, с которой я стремительно буду двигаться с ребятами все вместе. Так еще не уютно себя перед камерой чувствует. Сериал смотрят там, как эти, как дети. Кайл. Ты как здесь оказался? Знакомые. Вы что, знакомые, что ли? Да. Көп жатырмыз, алтыншы бала келді. Көп күттік. Да, алтыншы баланы біз көп күттік. Бүгін келді. Сегодня он пришел к нам. Немного не в себе. Бүгін алтыншы тренер келді. Оның есімі Кайл. Бұрын біз бір студияда білегенбіз. Хорошо, когда есть знакомые люди, всегда проще. Мы знакомы еще с Алматы. Мы с ним ходили в одну танцевальную студию. Там мы с ним. Спасибо тебе, что разговариваешь со мной на русском. Да, круто у вас тут. А где он жить будет? Love you. Детка. Так, ладно, тебе еще пока нельзя его любить, ему еще не исполнилось 18 лет. Вот когда исполнится, тогда будешь любить его. Пока ты все. Кайл, пока. Да он заметил, он просто пошутил. На камеру сыграл. Да нет, он заметил, правда. Это шутка была. Бүгін топқа алтыншы тренер келді, Кайл деген ашық секілді, жалпы жаман емес. Бүгін алтыншы тренер келді, маған ұнады, өте ашық жарқын, жақсы әдемі жігіт екен. Заходи в мою комнату. Наша уже. О, раскладывает. Слева откуда знаком? Как знаком? Мы в Алматинском месте в этой студии танцевали. Да? Да. О, круто. Танцами давно увлекаешься? Уже как полгода. Да, полгода. Чё слушаешь? Да, вот BTS, EXO. А ты? Ну, круто. Нет, у меня другая волна. Надо чемодан, наверное, собирать. Давай, давай. Другая волна. Кайл, мен танцуем за дружбу, ты в этом мэн. Да, вертолю уколда. Такие нынешние холовые обувь. Шахпарат. Да ладно ты. Курми Алдам Рахтан. Извини, Кайл. Слушай, ну ты еще не строим, Кайл. Вообще, ребята мне изначально показались все довольно теплыми, потому что они такие есть. Правда, у нас был один неловкий момент с Эйром. Я когда только пришел, я с ним поздоровался, он просто прошел мимо. Но со временем он оказался довольно неплохим парнем, потому что он сразу предложил мне жить вместе в одной комнате. Вон там еще пыль. Какой маленький Кайл. А! Это что сейчас было? Эйр! Эйр! Уборку устроили, затеяли. Наверное, Кайлу надо зачитать, чтобы Эйр...
проникся к нему. Он так ждет рэперов, я заметила, прям очень сильно ищет свою какого-то близкого человека по духу. Дачи! Так классно смотреть на них. Такой неформальный обстановки. Кайл такой длинноногий. Так, опять он в этих штанах тачи. Тачи, переоденься. Что-нибудь посвободнее надень, пожалуйста. Меня оценивайте. Помогите. Так, тихо. Сколько лет тачи? Интересно. Ну да, он совершеннолетний 100%, так что все, все в порядке. Все в порядке, женщина. Можешь залипать. Тихо, все, тихо. Тихо, я пошутила, это была шутка. Это была шутка юмора просто, да. Я не на полном серьезе прям. Кайл, ты лапушка. Так, учи новую хореографию. И ты, Тачи, даже иди отсюда, Тачи. Сегодня была наша первая общая тренировка, и... Мне очень понравилось работать с ребятами, все очень дружелюбные. Хватит губы облизать, еще лет 18, успокойся. В дальнейшем я догоню. Бүгін жалпы биге бардық, біз күніге биге барамыз. Все лучше, лучше, да. Биде жалпы жақсы отырдық, күннен-күнге жақсарып келе жатыр балдардың бәрі. Мен де тырысып жатырмын. Каждый день мы ходим на хореографию. Леечка, такой красивый здесь Леви, вообще капец просто. Ну и я. Ну и я, конечно, гений. Я лучший. Остальным ребятам еще стоит многому научиться. Я им помогаю. И молодец добьемся. Какой, да. Ты же хореограф, ты научишь их. Можно не говорить? Можно не говорить? Да, ты справишься. Все приходит с опытом. Ну, наверное. Мне вот не дано даже с опытом, мне вообще никак не дано, Господи. Скажи спасибо, что ты ходишь, и ладно. Репетирует возле зеркала. О, мило. Все хорошо будет. Марк, вы сегодня... Вышли погулять. Так, а где, собственно, у нас последний участник? Жан. Где Жан? Давай к ней откинемся. Они, наверное, офигеют, когда Жан придет к ним. Он же такой. Арман, да. Ада сафар, амба кривет, кирин артана. Бугин, а действительно, да? Марк, Марк. Марк, не жалится, извини меня. Отлично. Бар, ойнап көйін әнді. Играть пошли. Бумайт ана яқта, ей, бумайт. Везде. Ей, жүнді. Хорошо, батрене. Детки пошли кататься. Давай садись, я покатаю. Большая черепаха. Большая покатаха. Детки. Детки. Маркуша. Головушка закружится, детка моя. Сейчас мы поедем домой на лифте. Лифтинг хайда бутерлисен, карточку засай. Засай, почему-то все лифты платные. С карточками. С карточками, да. Вот так, Бузер. Ахша, гуртаемся. Да! Поставим бельё. Каждый раз, каждый раз. Кузырь мусор. Ох, а быть младшим. Ты вот на младшего совсем не похож. Я очень удивилась, что тебе 16 лет. Я думала, ты этот... постарше. Нурсултан, бүткіл лифтер. Платный болғандықты. Платный лифт, офигеть. Ничего себе. Ничего себе. На каком этаже они живут? Господи, бедный сайт.
Зато ноги будут сильные. Нифига, а восьмой этаж. Бүгін көп зат үйрендім ба? Көп зат үйрендім ба? Иә, сайға рахмет. Ақашы. Бүгін Марктың кезекшілігі. Ау, далада болса ойнады. Қаз, шақырам бірі. Марк! Детки! Марк! Эл, Кристинеге! Тамақ, тамақ! Бүгінгі бес сабағы жалпы жақсы қарқында келатыр. Красивый тач вообще. Так, тач. Мой бес. Деңгейіміз көтерілмей жатыр, бірақ та жұмыстанудамыз. Менің жеке би деңгейім. Ну, в смысле, ты хороший мальчик. Штаны только смени, обязательно в порядке, да. Да. Не кивай головой, штаны смени, хорошо? Бізде қазіргі уақытта күннен күнге би жағынан кішкене қиыншылықтар болатыр, күннен күнге қиыншылықтар қосып жатыр. Бірақ соған қарамастан сол қиын хореографиялардың бәрін жаттап, соларды орындау жағынан кішкене дамып жатыр би жағынан. Обожаю, особенно этот. Особенно этот. Так, оденься. Ребенок быстро оделся. Фу, не делай так. У нас все хорошо, смотрим кино, мотивационные фильмы, хорошо, весело проводим время. Жинала кино говорим, қызық-қызық мотивациялық бір кино көреміз, жақсы көңілді уақыт өткіземіз. Содан қоса әлбетте талпынды қарқынды жұмыс жасаймыз. Сонда ананы жаңағы Маркуша спит такой. Сладкий мальчик. Я поговорил с папой. Чего они подрались-то? Из-за какой-то бабы, да? Да. Такие разборки нельзя устраивать в клубе. Они оборзели. Какие фильмец посмотрели? Маркуша, что такое? Алихан, что у тебя? Что случилось? Что сладкий? Не хожу. Могу заснуть. Маленький. Пойдем поговорим с ребятами. Ты весь фильм проспал, поэтому не хочешь спать. Такой его. Вставай. Просыпайся, Сай. Я вообще не могу уснуть. Кайл, мне это... Эржан, трусай. Какой сонный. Кеткен гимейди. Ты кто? Вы кто? Что происходит? Кто вы люди, что вам надо? Сонные такие. Давайте обсуждать вопрос, что случилось. А? Марк, тяжелый день был. Каждый день работаем над танцем, готовимся к дебюту. Да поддержим, конечно, куда мы денемся-то, господи, успокойтесь, дети уже.
сөйтіп дебютқа дайындалсын деп уже сіздер біз қолдайсыздар деген ойдамын. Дамудамыз. Біз ықтам, мен өз басым неге ықтамай жатсыңдар? Мен өз басым. Ну, будем спите. Все спали, кроме тебя. Татачи. Таймайды жатқан себебім. Дебют. Дебют ойындап жатырмын. Қашан дебют жасаймыз? Эйр такой типа. Үлкенге сахналар айтты. Я спал. Хорошо спал. Лучше сіздердің қолдауыңыз. Зачем вы меня разбудили? Да все в порядке, тебе с волосами не надо так трясти головой. Просто біз бақытты боламыз. Будьте счастливы, конечно. Өйткені менің бұл кішкене ол. Да сладкий ты мой. Не плачь, Татя. Вот такие дела, ребят. Мы все сильно потеем, сильно стараемся для того, чтобы вас не разочаровать в первую очередь. Мы вас любим и стараемся. Мы очень все переживаем. Расти больше, быстрее, дитя. Расти быстрее, чтобы это было не подсудно. Тогда я буду тебя любить. Ну, любить платонически, конечно же, конечно же, платонически. Как бы он ни вырос, я все равно буду старше его на 5 лет. Поэтому только платоническая любовь для всех вас распространяется. Никаких физических контактов. Кроме обнимашек. Обнимашки, обнимашки. Да, и вот такие вот воздушные поцелуи, ничего более. Женщина, успокойся. Так, тихо, а что там, 16 минут? Пятый сезон начался, короче, пошла смотреть пятый. Пятый сезон, пятый эпизод, конечно же.